Критическая ситуация в Украине вызвала волну комментариев и среди молдавских политиков. В то время как одни выразили солидарность с соседним народом и решительно осудили действия России, другие призвали сделать выводы. Почетный председатель ПСРМ, бывший президент страны Игорь Дадон, заявил о необходимости сохранять спокойствие. Из произошедшего у соседей надо извлечь важный урок. Нельзя упускать возможность достигать компромисса путем переговоров. Недопустимо нагнетать напряженность, избегать диалога, написал политик в Фейсбуке. А генеральный секретарь Демократической партии Александр Жиздан призвал власти принять повышенные меры безопасности. Кризисная ячейка должна работать круглосуточно. Население нужно информировать. Мы, резервисты, готовы подставить плечо, чтобы сохранить стабильную ситуацию. В целом она критическая. Если у ситуации критика. Бывший лидер платформы «Да» Андрей Настасин назвал вооруженную агрессию России недопустимой. Мы осуждаем безответственное поведение, которое подрывает основу международных отношений и порядок международного права. Это еще одно незаконное действие после Крыма и Донбасса. Бывший премьер Ион Кику написал, что в этот период важно оставаться едиными, независимо от политических вариантов. Рассчитываем на мудрость руководства государства, способность принимать решения, думая о людях и нашей стране. Мы не признаем Косово, созданное НАТО, и республики, созданные Россией. Все обязаны соблюдать международные права. И русские, и американцы. Украина должна оставаться целостным и независимым государством, написал политик в соцсетях.